Город Сартовало – историческое поселение на живописном берегу Ладожского озера, крупнейшего не только в России, но и в Европе. Уже на въезде в Сартовальский район открываются потрясающие виды, будто ты в Скандинавии, а вокруг норвежские фьорды. В районе действует единственный в стране ретро-поезд на паровой тяге. Ежедневно он доставляет туристов в жемчужину Приладожья, в знаменитый горный парк Рускеал. Сартовало имеет удобное географическое расположение между Санкт-Петербургом и Петрозаводском. Близко находится и международный автомобильный пропускной пункт Вяртсиля на границе с Финляндией. Сегодня Сартовало – это туристический и медицинский центр республики, что притягивает в район молодых специалистов. Объединяет медицинские учреждения района Сартовальская больница, активно развивающийся многопрофильный межрайонный центр. Здесь трудятся 113 врачей-специалистов, развернут круглосуточный стационар на 173 койки. Техническое оснащение больницы ежегодно обновляется и дополняется. Только в 2020 году при поддержке Минздрава Карелии приобретен новый компьютерный томограф, аппараты ИВЛ и УЗИ, цифровой рентгенофлюорографический аппарат, обновлен парк автомобилей скорой помощи, открыта новая ПЦР-лаборатория. Для прибывших из других регионов медработников в прошлом году приобретено 5 квартир, в том числе для врача клинической лаборатории Жанкельты Нагуманова. Вместе с супругой и детьми он приехал на постоянное место работы из Оренбургской области. Все, что нам как бы обещали, все, что главный врач говорил, нам все это сделали, выделили жилье, предоставили работу, коллектив тепло встретил, и ребенка в сад устроили. Поэтому мы ни разу не пожалели, что приехали сюда и устроились именно в эту лабораторию, в эту больницу. У руководства Сартовальской больницы большие планы в развитии на ближайшие годы. Поэтому востребованы различные специалисты, как взрослые, так и детские. Каждого нового сотрудника ждет работа в молодом дружном коллективе. Достойная заработная плата, компенсация найма жилья или помощь в строительстве своего дома, а также дополнительные меры социальной поддержки. Вам будут предложены стажировки и повышение квалификации в ведущих вузах и клиниках России. В наше учреждение приезжают как опытные специалисты, так и молодые. Это говорит о том, что наше учреждение развивается, двигается вперед, и мы обязательно поможем вам на всех этапах вашей карьеры. Мы ждем вас в нашем учреждении, мы готовы стать единой командой, готовы развиваться вместе с вами и совершенствоваться каждый день и двигать наше учреждение вперед, сделав его одним из лучших в Южной Карелии.